Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков, и на канале MyGT.ru. Пока все готовятся к Новому году, мы помаленьку готовимся к мото и аква сезону 2024 года. Добавляем на нашем маркетплейсе 4 новых позиции по бренду Polymerium. 3 позиции для мототехники, 1 позиция для водной техники. Итак, MotoFun 5W40, серия 704. Продукт делается в Курске, это город в России, который находится, одноименный завод Polymerium. Про бренд Polymerium уже есть огромное количество обсуждений реальных людей, которые реально его использовали. Тематические форумы, все там уже там, страниц по 300, примерно, расписаны. Анализы отработки, анализы готовых продуктов и так далее. Из чего, что, где, когда, там очень компания с обратной связью хорошая. Поэтому присоединяйтесь к обсуждению, участвуйте. Я, к сожалению, на форумах не участвую в обсуждении, как бы, но у вас есть шанс пообщаться с людьми, которые этим интересуются. Огромное количество людей его использовали, знают уже и о нем рассказывают, что и как он работает реально в ваших ДВС ваших мототехники вашей. Вот, что касается продукта, мы добавляем 3 позиции по 3 скоростям. Это будет 5W40, это будет 10W50 и это будет 15W50. 3 позиции. Это HT синтетика и плюс еще и с добавлением эстеров. Да, похоже на матюли. Многие ругают Polymerium за то, что они там сделали там кальку с матюли как бы некоторых продуктов. Но тем не менее, как бы, ну, почему нет? Стоит дешевле, те же самые характеристики. Пожалуйста, что, пользуйтесь, экономьте. Вот, что касается продуктов этих, мы добавим их сегодня на наши маркеты. Еще раз напомню, Озон, Яндекс.Маркет, Wildberries и Мегамаркет. Все ссылки на все наши площадки есть всегда в описании каждого видео, в том числе и к этому. Перематывайте вниз, там есть 4 ссылки на 4 наши площадки. Вот, мото технику озвучили. Outboard для подвесных лодочных моторов. Это масло такое достаточно специфическое. Во-первых, оно может использоваться в Evinrude и E-Tech движках, что не каждый продукт может себе позволить, потому что там спецификации определенно нужны, соответствуют спецификациям по JASO и FDFC. Ну, понятно, что сейчас из России получить спецификации официально невозможно физически, поэтому ну, тут как бы ничего не сделаешь. Понижено содержание золы в базовых маслах в этом продукте конкретном и PIB. PIB это не матерное слово, это специальный компонент, который добавляют отнюдь не все производители в России. Это я вам точно скажу 100%, потому что он такой специфический, дорогой, и его не добавляют. То есть на нем экономят, скажем так, многие реально. Вот здесь он добавлен, и это очень немаловажный фактор, потому что он, помимо антидымности, там добавляет еще определенные характеристики продукта. И здесь еще, что у нас еще интересного вот здесь? Что интересного здесь? Тут эстеры еще есть, тоже в том числе. Вот, а продукт этот может использоваться, напомню еще раз, в Evinrude и E-Tech. Это прям must-have для тех, кто имеет дорогую технику и сейчас не может позволить себе купить. Не то, что не может позволить купить себе дорогие масла для E-Tech, а просто их хрен найдешь. Поэтому вот вариант очень неплохой. Вот. Обсуждение по этому продукту уже есть, конечно. Здесь пониженная зольность еще, это я говорил про это вроде уже в базовом масле. Обсуждение есть, участвуйте, обсуждайте, говорите, потому что русские продукты новые, все воспринимают штыки, какая русский продукт, там херня какая-то. На самом деле люди уже многим пользуются, и у нас, например, есть линейка по Polymerium, которая называется XPS, которая заменяется в BRP, XPS, ушедший из России. У нас вот уже в сезон этот, у нас уже и здесь, в Новосибирске, есть снег, там и на востоке нашей страны уже есть снег. Люди уже гоняют на техники на снегоходах, пользуются уже по второму, по третьему разу покупают у нас продукцию. То есть уже люди распробовали и так далее. А про мототехнику, про аутборды люди пользуются уже не первый год этими продуктами, мотофановскими. Поэтому, конечно же, это уже наработанный какой-то опыт есть у людей, и обсуждение уже в сети есть. Поэтому пользуйтесь, просто присоединяйтесь к обсуждению, и как бы все нормально будет. И плюс к этому еще бонусом добавляем на все наши маркеты мы фильтр VOC, фильтрующий элемент DC06. Это дабл core. Ну, конечно, по моему мнению, это чистый маркетинг, двойная фильтрация. Два элемента фильтрующих, которые сварены, потому что между собой в один картридж. Один фильтрует 10 микрон, второй 20. Все это происходит параллельно. Ну, типа для маловязкостных масел с сверхнизких вязкостью маслами 0.16, там 0.8. и так далее. Ну, как по мне, это маркетинг, но тем не менее, фильтр сделан очень качественно, классно. Единственное, что он стоит в 2 раза дороже, чем обычный фильтрующий элемент с картриджем с шторой на 20 микрон. Так вот, этот фильтр DC06, он полностью соответствует VIC C809, хондовский фильтр, который на хондах, вообще там подавляющее большинство хонд, это C809. Все хонды, которые там
мне встречаются по жизни этот 7709, поэтому можете его смело там ставить. Как правило, он подходит. Напомню, что подобрать фильтр, нам надо написать в поддержку, ну, вернее, в сообщениях написать к продукту, к любому Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет или Мегамаркет, подходит ли этот фильтр для вашего автомобиля, и предоставить свой ВИН, либо свой номер кузова, по которому подберем ваш фильтр точно. Без номера кузова мы фильтра не подбираем вообще принципиально. Даже если я вижу, что фильтр соответствует вашей машине, например, там, Nissan там, Premiere, мы все равно требуем номер кузова, потому что это, ну, стандарт. Нужно, чтобы человек точно прислал свой номер, не ошибся там в названии машины и так далее, название ДВС и т.д. и т.п. Вот, добавляем тоже сегодня его. Итак, 4 позиции по Polymerium, 1 позиция по VSC. Все это сегодня будет на наших маркетах. Все наши маркеты всегда есть в описании к каждому видео. Перематывайте вниз, там есть 4 ссылки на 4 наших маркета. Надеюсь, что информация стала для вас интересной и полезной. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик. С вами Антон Воронков. Всем пока.